Всем привет! Я так по вам соскучилась, прошу прощения за маленькую паузу. Сегодня я хочу ответить на такой важный, просто безумно болящий вопрос для многих. Сколько стоит сейчас построить дом или купить квартиру? А что выгоднее? Построить, купить? А может, купить готовый дом? Давайте сейчас обсудим и разберем. Итак, с вами Катя Ремонт. Я просто вас очень попрошу подписаться на мой канал, поставить мне лайк. И если у вас будут вопросы, обязательно мне их задавайте, я на каждый вопрос лично отвечу. Я живу в городе Воронеж. Прекрасный, замечательный город. И хочу вам вот на примере города Воронеж рассказать, сколько же стоит у нас дом, сколько стоит дом построить и сколько стоит примерно квартира. Если вам эта тема понравится, она будет интересна, то в комментарии пишите, какой бы город хотели вы рассмотреть на вопрос стоимости жилья. Я тогда создам специальный плейлист, и мы будем обсуждать с вами, рассматривать разные квартиры, разные дома и, конечно же, углубляться в саму стройку, насколько этот дом качественно построен и интересно сделан сам дизайн-проект. Года 4 назад я сама строила дом, и для меня это была такая прям больная тема. Долго думали, купить квартиру, либо купить готовый дом. Вот это был самый главный вопрос. Что дешевле, купить готовый дом или построить его? В итоге мне показалось, что купить готовый дом дешевле. Но когда я начала смотреть на эти дома, то я, конечно, столько косяков видела, что я понимаю, если бы я сама дом строила, я бы их не сделала. Возьмем на примере дом 100 квадратных метров. Это, в принципе, нормальный такой стандартный дом. Если мы берем дом без участка, просто построить, вот как говорят строители, да, коробку возвести, построить эту коробку с коммуникациями, но без отделок, без ничего, это будет стоить где-то по минимуму 3,8 миллиона рублей. И, конечно же, эта цена будет при условии того, что дом вы строите своими руками, без прорабов, организации, вы просто сами берете и строите. Это, кстати, несложно. Если мы берем дом, который мы хотим купить в окраине города Воронеж, не в центре, то 100 квадратных метров обойдется вам от 5,5 миллионов рублей. Это 100 квадратных метров с черновой отделкой. Если мы берем сам город Воронеж, где-то, я не говорю прям про самый центр, да, но тем не менее недалеко от центра, то 100 квадратных метров дом с черновой отделкой вам обойдется в 10,5 миллионов рублей. Ну и, конечно, любое строительство дома всегда грядет за собой то, что вам придется покупать участок. В окраине города это где-то примерно участок мы берем 7 соток, эта стоимость будет 4,5 миллиона. Если же мы берем с вами уже ближе к центру, то здесь, конечно, цена прям кусается, потому что это где-то в среднем около 1 миллиона рублей за сотку. Ну, либо мы можем рассмотреть подальше от шумного города участок, где-то 30 километров от Воронежа, то эта стоимость будет где-то около 1,2 миллиона рублей за 7 соток. Квартиры. Берем город Воронеж, хорошую новостройку. Ну, возьмем 80 квадратных метров, хорошая такая большая просторная квартира. Ее стоимость будет около 10 миллионов рублей. Если мы берем немножко подальше от центра города, то стоимость будет составлять где-то 6 миллионов рублей. И, конечно же, есть вариант купить квартиру не в новостройке, а в вторичном жилье. Тоже такой вариант абсолютно нормальный. Но, опять же, вторичку надо всегда понимать, что это будет не супер какой-то ремонт, никаких дизайнерских решений там точно не будет. Это все достаточно скромненько. Итак, вот, если мы берем ее в черте города, то это где-то в среднем за 80 квадратов будет от 7 миллионов рублей квартира обойдется вам. Ну, наверное, там есть плюс, туда можно переехать и жить, и не делать ремонт, если вас будет устраивать ее внешний вид. Если мы берем за городом, сумма уже будет около 5,5 миллионов рублей. Честно, мое мнение все-таки, да, я построила дом. Конечно, я строила дом не своими руками, но отделкой я занималась в очень большом объеме лично сама, потому что это моя стихия, это мне нравится, это мне интересно. Вот, что я хочу сказать. Конечно, дом строить – это сложно, это муторно. Как говорят, стройка – развод, да? Развод с мужем. У нас практически так и было. Но это все шутки. Строить дом – классно. Очень классно заезжать в этот дом. Это столько эмоций. Это то место, которое ты построил своими руками. И если вдруг у вас руки из того места, откуда надо, я уверена, что вы в силах построить себе дом вашей мечты. Это очень классно. А следующий видеоролик, который выйдет очень скоро, обязательно его посмотрите, потому что там я отвечу на главный вопрос, который сейчас очень многих волнует. Мы с вами подробно разберем, сколько же сейчас стоит строительство. Вы же помните этот бешеный бум, который просто очень сильно поднял цены на стройматериалы. Так вот, я вам расскажу правду, сколько же сейчас стоят стройматериалы, стоит ли вообще строить дом в 2022 году или стоит подождать, вдруг цены упадут. Все это я расскажу в следующем ролике. Обязательно подписывайтесь на меня. Я вас всех люблю, целую. Пока-пока.